Так, ну наступило уже долгожданное утро, а нам все равно интересно, что же там все-таки творится. Так. Вот он, ребята, посмотрите, вот этот сосед наш. Опять нас увидел. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем играть в игру «Привет, сосед». Мои подписчики давно уже просили уже давно меня поиграть в эту игру, но все как-то не доходили руки. Так, ну что ж, вышли мы из своего дома и сразу... Нам становится понятно здесь, что сосед этот не такой уж и простой. Что-то он здесь тут настроил, кучу непонятных вещей. Вон даже висит, смотрите, контейнер какой-то. Наверное, он там кого-то держит. Ну, в общем, дом он охраняет конкретно. Нам же, конечно, интересно посмотреть, что там творится у него внутри. Так, это наш автомобильчик. Так, давайте проверим почту. Нет у нас почты, нет, почты у нас нету. Так, идем дальше. Что у нас? Чемодан. О, берем бинокль. И я хочу еще что-то. О, ребята, ключ. Отлично, мы взяли ключ. Это, наверное, от нашего дома мы взяли ключ. Или нет? Тут этот ключ не подходит в эту дверь. Ладно, может, это ключ от соседа, ребята? Может такое быть. Нужно посмотреть внимательно. Может и такое. Так, давайте с вами пойдем все-таки к соседу. У нас есть инвентарь. И мы можем посмотреть бинокль. Что же он тут делает? Где же он делся? Где же этот страшный сосед? Посмотрите, здесь у него даже есть американские горки. Ну, круто. Вот это настроило. Вон он, ребята, посмотрите, вон он вышел. Вон он идет. Соседушка, сосед. Так, он пошел делать обход вокруг дома, а мы в это время, наверное, зайдем домой. Так, отлично. Ребята, вон он пошел. Нужно аккуратно, чтобы он нас не увидел в окно. Потому что начнем. Увидел, ребята, увидел. Ой-ой-ой. Я испугался очень сильно, дайте. Ставим ключ. Ай, бери ключ. Подбирай ключ. Все. Нет, это ключ не в этот замок. Кто-то пришел, кто-то стучит. Кто-то стучит, кто-то пришел, ребята. Фух, вот это я испугался. Так. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас не хочет. Куда же нам идти с этим ключом? А, вот, ребята. Вот еще какой-то есть замок. Этот ключ так и сюда не подходит. Надо найти. Ребята, вот он бежит за нами, убегаем. Ай, куда убегать? Я не знаю, куда убегать. Откройте, вот он. Он уже близко. Застрял. Все, а что он там идет? А, ребята, он что-то заключил там. Посмотрите. Дальше. Так, ух, ребята, наступила уже ночь. Так, естественно, здесь он охраняет и ночью все. Также у него где-то есть здесь видеокамеры наблюдения, которые можно, наверное, отключить с помощью рубильника. Все. Камеры мы отключили. А это окошко. Мы залезли в дом.
опять проиграли. Ну ничего. Так, едем дальше. И смотрим, что у нас. Я даже не знаю, чего это может быть. Вот это мой ключ, а я его примеряю на своем соседушке. По-любому мой ключ. Подбери, пускай будет. Подбери ключ. Так, ключик мы забрали наш. И... Так, а как же нам зайти? Так, говорю сразу, ребятки, что я в этой игре нуб и абсолютно ничего не понимаю. Что здесь делать, куда здесь идти, ну, в общем, сами понимаете. Ребятки, так, ну наступило уже долгожданное утро, а нам все равно интересно, что же там все-таки творится. Так, вот он, ребята, посмотрите, вот этот сосед наш. Что он будет с нами гнаться? А если я к себе домой забегу? Нет, он нас не догонит. Все, это мой дворик такой. Это мой такой дворик. Так. А здесь? Что? Нет, это не мой дом. Так, вон он пошел. Так, нам надо пробраться внутрь. И что-то, наверное, сделать. Так. Что нужно здесь делать? Точно. Так. Чтобы не попасть на камеру, нам нужно включить свет. Давайте вырубим рубильник. Все, электричество погасло. Вон он, ребята. Вон он. Давайте залезем лучше. Не знаю. Тут не подобраться никак. Темнота, ничего не вижу. Очень темно. Так. Так, что ж тут у нас дальше? Тяжеленькая игрушка, я не думал, что она будет настолько тяжелой. Ведро это должно было оно упасть мне на голову. Опа. Ребята, ключ-карта замороженная. А для того, чтобы отморозить ее, надо ключ-карта. Ребята, вот это ключ-карта. Все понятно. Вот это ключ-карта, которая лежит у нас в морозильнике. Ее надо отморозить. Она у нас замороженная. И куда ведет провод? Провод ведет у нас
Ого, у нас провод идет, наверное, от того ветряка, который дует наверху. Так что из-за того, что мы выключим электричество, а оно у нас и так выключено, я так понял, ничего не изменится. Почему я не могу заскочить в окошко? О. Это включаем. Страшный сосед. Так, увидел, мы испугались. Давайте дальше. Так, что же мы видим на этот раз? Ничего не понятно, что здесь происходит. Так, вроде бы убежали от соседа. Все-таки он нас может преследовать. Так, а ну подождите. А что же мне делать с этим ключом? Куда я его могу ставить? Увидел меня опять сосед. Увидел. Вот он. Ай, страшило. Опять меня напугал. Дайте мне. О, ребята, ночь. Круто. Сядем, спрячемся. Ребята, вот с фонариком зашел в комнату. Посмотрите. Вот он с фонариком. Ребята, он нас заметил. Заметил. Как так-то он нас заметил? Да, мы не должны были попасться им на глаза. Ну, что-то эта версия, ребят, таки сложненькая. Мне говорили, что поиграем, мол, игра легкая очень. Ага, легкая. Игра не легкая. Игра очень сложная. И... Заметил? Игра очень сложная, и таким образом не так легко ее проходить. Так. Вот он. Давайте мы с вами отберем немножко, как-то сделаем по-другому. Как же попасть туда на второй этаж? Так, ну в общем, днем уже легче нам будет. Давайте. Ага. Где же он у нас? Верная боль. Мы включим тебя. Ко мне он не идет. Страшко, такой страшко, ох и страшный сосед. Да что ж ты будешь делать-то, а? Вот ты прям ко мне придолбался так. Так. Давайте с этим ключом, я не знаю, что у нас с этим делать. Так, сосед, не мешай мне. Ребята, попался в ловушку. Ребята, можно пошариться по тумбочкам. Посмотрим.
посмотреть, что тут есть у соседки. Ничего здесь нету. Все. Теперь мы на тумбочке. Вон он! Ой-ой-ой, увидел нас! Быстрее бегай! Или не увидел? Ребята, он где-то рядом, я чувствую. Вот сюда ключ-карта вставляется, которую нам нужно разморозить. Как ее разморозить из-за льда? А чтобы ее разморозить, нам надо отключить. Ого, ребята, он выбил окно у себя. Видели? Это что ж такое? Вот мне прям не сидится. Он бросается на меня какими-то банками, бутылками. Он такой плохой сосед. Так. Давайте с вами посмотрим, на что. Сосед, что ж с тобой делать? Что ж ты прикажешь с тобой делать? Вон он пошел, ребята. Так, он пошел туда. Мы с вами пойдем в эту комнату. Ай-яй-яй-яй. У нас авария. Ванная. Да что он тут понаставлялся? Примочим на Да, игрушка не из легких. Так, ребятки, игрушка, конечно, не из легких, но, тем не менее, очень интересная и продуктивная такая игра. Вон он пошел. Опять меня нашел он, так. Тихо. Ха! Тихонько. Так, зонтик нет, нельзя. Что же нам делать? Телевизор. Или это к этому телевизору? Ага. Пусто. Ребята, идет. Зашел он и под кроватью как раз. Успели вовремя спрятаться под кровать, ребята. Круто. Все, он вышел. Уже бинокль этот ключ. Не хочу я здесь сидеть. Так. Все, нашел. Ай-яй-яй. Фух,
да, ребятки, игра, конечно, не фонтан, потому что очень сложная, очень-очень-очень. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. Обязательно ставим пальчик вверх, подписываемся на канал. И до скорых встреч, с вами был Юра, вы были на канале Вечное Детство, пока-пока.